Сейчас мы их обратно пускаем в клеточку. В чистенькую. В клетке должно быть всегда сено. Это используется для того, чтобы свинки точили зубы, стачивали свои зубки. Сейчас они немножко пугаются. Так, ну и сейчас дальше я вам расскажу про размеры клетки. Вот так выглядит клетка. Ее размеры я вам сейчас расскажу, покажу. Для троих свинок это вот метровая клетка, это можно сказать минимальный размер. Вот мы смотрим, 95 сантиметров. Вот, в ширину она у нас 50 сантиметров. Это вот, можно сказать, минимальный размер для троих. Но лучше всего, даже вот если одна будет в такой клетке большой жить, это будет очень прекрасно. Они любят побегать, им нужно много места. Так что в маленьких клеточках держать морскую свинку я просто не рекомендую. Это вот такие вот свиночки у нас. Американские тези порода у этих двух. А это гладкошерстная. Сухой корм такой вот у нас. Огурчики, морковочка уже. Остатки от завтрака. Поилку в клетку. Если они у вас не пьют, можете не ставить. Если вы используете много травы, салатиков, то они могут и не пить из поилки. Им достаточно будет салатиков. Вот так вот. Всем пока!